известная провокаторша, крестная мама всея армян и самая ярая, в кавычках, русская патриотка, главный редактор России сегодня, информационного агентства «Спутник» и телеканала «RT» Маргарита Симоньян вновь стала объектом насмешек пользователей соцсетей. Дело в том, что в сети распространилось видео, на котором был запечатлен высокий уровень культуры и воспитания одиозной пропагандистки. Перед выступлением на пленарной сессии 18-го заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» Марго решила не самым лицеприятным образом провести техосмотр своего главного пропагандистского орудия – рта, который регулярно изрекает провокационные мысли, ложь, клевету и другую разного рода ересь, приносящую Симоньян миллионы за счет российских налогоплательщиков. Симоньян, не стесняясь окружающих, сначала проверила, не застряли ли между зубами кусочки очередного бобриного шашлыка, а затем, далеко высунув свой длинный язык, заглянула себе в душу по самые гланды. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.